Что купить на 29-х колесах до 20 тысяч? Такой вот Штерн Моушен 29 стоит на данный момент 17 500 со всеми бонусными скидками. Здесь скрытая проводка тросиков. Выходят они тоже достаточно правильно в таких вот закрытых элементах. Неразборная система, но вполне себе достойный переклюк, который люфтит вообще по минимуму. Задний переклюк тоже приличный, но для такой цены, то есть люфта тоже почти нет. Кассета на 8, соответственно, втулка с барабаном. Как обычно, ни о чем вилка, какая-то подделка под Синтур. Ну, по крайней мере, она хотя бы какое-то время будет работать. И гидравлика. Гидравлика Текра. В принципе, за 17 500 вообще обалденный велик. Смотрите, как интересно рама сделана. Тоненькая такая. То есть тоже, наверное, лучшее предложение на данный момент вообще среди всего, что есть. Вот такой вот велосипедик. Stern Motion 29. 17 500 со всеми бонусами. В Спортмастере можно приобрести. Недостатков, честно говоря, я не увидел, кроме неразборной системы. Ну и, конечно, педали ни о чем, вилка ни о чем, грипсы ни о чем. Все ни о чем, но велик обалденный. Вот как обычно, мы сняли колеса, протянули переднюю втулку. Теперь сейчас будем протягивать заднюю втулку, чтобы крутилась она хорошо. Сейчас она крутится с таким закусыванием. Очень интересная у нас кассета производства Сугек. То есть это не Шимано, не SRAM, не Китай, а какой-то Сугек. Это вот на спортмастерских велосипедах ставят такие кассеты. Смотрите, сколько масла. Прям вообще все блестит. Проверяем жесткость. Жесткость, как у Шимано. То есть, скорее всего, это что-то на шимановском заводе делают. Качество металла не очень. Люфты прям замечательные. То есть такой же дешман. Шимано считается самые-самые дешевые кассеты. Вот это вот тоже. Оттерли всю смазку с этой кассеты, с жуткой. Смазки здесь было очень-очень много. Сейчас вот это вот все открутим, почистим, снимем диск, протянем, удалим вот эту вот смазку тоже снаружи. Здесь она не нужна. Барабан оттерли. Здесь вот всю смазку удалили. Пыльники пластиковые, тоже не особо качественные, скажем так. Обязательно нужно немножко выдвинуть ось и протянуть гайки здесь, потому что, как правило, они здесь не хорошо затянуты. В общем, упало качество втулок JTH, пластиковый пыльник, и вот эти вот с этой стороны гайки были не протянуты вообще. А с этой стороны двойной металлический пыльник стоит. Конечно, качество металла слабовато, то есть я тяну, ось не каленая, и удается прям протягивать очень сильно, не держит даже полоборота. Что-то подвел Штерн. Сейчас я попробую это показать. Вынос кривой. То есть вот эта часть дальше торчит, чем вот эта. И руль кривой. Попробую это тоже показать. То есть вот эта вот часть и вот та вот дальняя. То есть вот здесь вот ниже, вот там вот выше. Ну, по выносу это прям видно, как она отфрезерована несоусно и не встает ровно. Крепление тормоза на вилке тоже нифига не ровное. Огромные там зазоры. А как это показать? Отсюда. Ну, там прям просветы, просветы, просветы. Начинаешь тянуть, его смещает. Сейчас буду напильником торцевать. Настолько криво все было отторцовано. Столько я уже содрал, а все равно еще краска не вся проявилась. Я думаю, достаточно. За что мы платим деньги? В магазине нам все берут бесплатно. Видели, да, сколько проблем? Отторцевать
выставить зазорчики, чтоб колесико, смотрите, как оно крутится и туда, и сюда, во всех направлениях, во всех плоскостях, само по себе, потому что втулочки нормально протянули и тормоз настроили нормально, да. А посадочное место на вилке было просто кривое, да, смотрите, как в обратную пошло. Вот за это вы деньги и платите, а не в магазине бесплатно. На заднем тормозе то же самое, тормоз стоит под небольшим углом. Сейчас чуть-чуть подровняем, покажу. Настолько неровная плоскость. Здесь уже все стачивает, а здесь еще даже не начало. То есть оно все это выгнуто. Смотрите, зазорчики какие. Почти идеальные. Только колодка внутренняя чуть-чуть криво стоит, притрется. Поправил ротор. Отторцевал основание. Прям диск ровненький-ровненький сделал, поправил. Вот. Зазорчики минимальные, все работает. Теперь самая интересная история. У нас рубашка заходит с этой стороны и трется Абраму. Я хочу ее завести с той стороны, чтобы она Абраму не терлась. Это будет и тросику удобнее, что он будет здесь меньше перетираться, и рама не будет тереться. Для этого мне придется сейчас всю скрытую линию протащить заново. Целая история. Я буду это следующим образом. Перевернул я велосипед вверх ногами. Теперь мы можем увидеть, как вот здесь у нас все это идет. Смотрите, сколько смазки, кстати, лишней, которую надо протереть. Сейчас я вытащу заглушки. Эти вот. И протащу, все поменяю. Такой вот удобный ключик. Здесь вот винтик. Так вот это сюда крепится. На примере вот этого колпачка хорошо видно, что он сел не до конца. Видите, утолщение вот в этом месте. Вот здесь вот. И постепенно он будет дальше вдавливаться. И вот именно это и требует последующей настройки после катания. То есть пару недель катаетесь, колпачок глубже садится на рубашку. И после этого нужно поднастроить еще раз переключатели. Вообще я нормально насажу сейчас просто заново другой новый колпачок. Ну, просто так вытащил. Ничего, никаких дополнительных закладок не делал. Сейчас обратно протолщу и просто пинцетом через эти большие отверстия выну. Типа пинцета, можно обычным пинцетом, это удобно, просто он с таким зубчиком. Так вот беру, вытаскиваю, и все, меняется за там 5-10 минут.